Всем привет! Наверху вообще никого не осталось. Мы на склоне, мы добрались. Сегодня было сумбурное утро. Ой, там едет наша группа, где наш ребенок. Вот, вот. Вон последний самый, не знаю, будет вам его видно. Короче, Артемий катается уже 45 минут. Ой, что я опять приблизила. Вот, а мы за это время успели переодеться, мы опаздывали, короче, потому что дорога плохая. И мы только переоделись, Алишер очень долго брал в прокат лыжи, потому что очередь длинная была. Видимо, все из-за 8 марта приехали покататься. Ну, такие разочек, у кого лыж нету. И еще подъемник перед нами встал. В общем, да, у ребенка сегодня будет мега длинное катание, но зато погодка хорошая. Да? Алишер сегодня запакован в мой наколенник, потому что он на работе ударил коленку. Болит. Вы посмотрите на этого ужасного человека, который едет впереди. Я на него положилась, а он вместо того, чтобы бугель ловить, пока я с ребенком встаю на линию подъемника, ворон считал. В итоге мне по башке прилетело бугелем, он его успел схватить потом все-таки и поехал на нем. А мы на следующем поехали. Все, очередь ойкнула от этого звука. Но, ребят, шлем выручает в таких ситуациях. Но я быстро поеду. Я быстро поеду. Катались сегодня, 3 часа у нас было вместо 2, мы взяли на подольше, и Артемий выдержал, причем получилось так, что, короче, он катался 3,5, мы поздно начали с Алишером из-за очередей, и такой кайф, я сейчас приехала и в душ пошла, в горячий, знаете, вот бывает, когда замерзаешь, и замерзаешь так сильно, ну, как-то не то, что сильно, но замерзаешь изнутри, и когда ты идешь в горячий душ или в баню, например, и ты там находишься, вокруг очень-очень жарко, а у тебя прямо изнутри холод вылезает, и ты весь мурашками покрываешься такими волнами, хотя, ну, ты стоишь буквально под кипятком, то есть вся кожа красная от этого жара, и она вся в мурашку. Вот я сейчас так принимала душ, и мне так хорошо теперь, просто меня разморило, хочется полежать. Очень классно. Покатались, Артёш там сидит, смотрит мультик, по-моему, Алишер что-то решил. Я думаю, как же мне сейчас убрать вещи? Тут лежит мой костюм, там весь коридор завален этими лыжами. Это все надо просушивать, прежде чем убирать там сюда, складывать. Еще меня ждет сухое белье, вот называется. Я вчера постирала, и вся комната кончилась. 2 сушилки стоит. Это 1, 2, 3, 4, 5 стирок было. Да. Ой. Хороший выходной. Очень хороший. И... наконец-то мы с креслом. Кстати, мама перепутала. Я хотела, чтобы она привезла нам... У нас есть кресло, которое от моего младшего брата. Ну, оно такое старое, но оно большое, на большой возраст. Вот на сейчас подходит. А мама перепутала и привезла нам то кресло предыдущее, в котором катался Артемий раньше. Ну, вот ездил. Хорошо, оно до 18 килограмм. Слушайте, он даже туда влез. И даже ему удобно спать в нем было. Ну, сидел, конечно, очень высоко, но так зафиксирован он в нем лучше, чем в этом новом.
Поэтому я даже не знаю. Ну, сейчас вот покатаемся, пока машину не вернут. Так, а будем на каршеринге ездить с этим креслом. Но оно весит. Это жесть. То есть то кресло, которое сейчас, оно килограмма на 4 как минимум легче. Ну, это печалька, потому что носить-то это все мне. И еще я сегодня забыла накрасить губы перед катанием из-за того, что мы носились. Блин, у меня было 2 слоя гигиенички на губах. Вот вы спрашиваете, что я крашу губы на лыжах? Они обветриваются. Мы откатались 2 часа, я говорю, я не могу, у меня сейчас губы лопнут. То есть, ну, просто настолько засохли. Я пошла, намазала еще 2 слоями, и все равно вот после катания, видите, они такие... Если я сейчас растяну их в улыбке, точно лопнет губа. Надо мазать скорее маслицем. Поэтому обязательно 100 слоев. Чего угодно должно быть, чтобы просто, чтобы губам было нормально. Нет, это ты путаешь. А? Это ты путаешь. С кем? С Машей. А Маша это кто? Племянница твоя. Да? Это дочка твоей сестры, которую ты воспитывала. Да. Вот. Это оно. А еду тебе носит Лена, твоя дочка. Вот. А что позвонить? Я говорю, еду тебе носит Лена, твоя да. дочка. Да. А это не одно и то же лицо, что ли? Нет. У тебя есть Лена, дочка, и есть Маша, племянница. Это 2 разных человека. А кто же тогда Маша, племянница? Дочка твоей сестры, Дины. Дочка моей сестры какой? Дины. Зина? Нет, Дина у тебя сестра была. Дина была у меня сестра. Да? Вот. Да. У нее были дети. Были дети, да. Да. Вот один Ваня, а другая Маша. Ты вот. Правильно. Да. А у тебя у самой была дочка Лена. Это Лена. И есть. И вот она к тебе ходит. Да. И помогает. Это Лена. У меня было такое офигенное настроение. Оно просто схлопнулось в ноль в один момент. Знаете почему? Я взяла камеру, чтобы записать влог. Включила ее, объектив выехал с треском. И при зуме у меня теперь треск. Примерно вот такой вы, наверное, его сейчас услышите. Вот такие вот звуки раздаются. Что это? Я понятия не имею. Это что-то с механизмом, который выдвигает объектив. Камера сегодня просто лежала в кармане. Я ее даже всего один раз доставала на лыжах. Что? Блин, происходит. Первая камера, дорогая, прослужила мне 2 года, второй год – это 2 месяца. Класс! Просто зашибись! Повезу ее завтра в сервисный центр. Я реально, я просто не могу успокоиться. Потому что, ну, знаете, как в ТикТоке есть такое, что это такое? Дальше мат идет, не буду озвучивать. Вот. Я прям расстроена. Я думала, Sony будет работать лучше, чем Canon, но нет. Тут свои приколы. Так что, видимо... Ну, я надеюсь, завтра сервисный центр будет работать. Я надеюсь, мне починят по гарантии, потому что с этой камерой ничего не случалось вообще. И она у меня в защитном стекле, в защитном чехле. И она просто лежала в кармане. Если мне скажут, что я как-то ее там, не знаю, об стенку дубасила и сломала, я, наверное, буду рвать и метать. Короче... Сидит тут Кузьма, да, вам его не видно. Вот он там мурлыкает. Я уложила Артёшу. Хочется уложиться сама, не надо еще домашки проверить. Альшер поехал, его пригласили на день рождения. Вот он поехал на день рождения.
Я не знаю, когда он вернется. Я, наверное, уже заснула. Ой, спасибо. Укаталась. Так, осталось мне еще принять цинк сегодня. Скоро доем уже эту банку. Доем вот ее, и дальше уже комплексные буду принимать. Тут 100 таблеток, ну, получается, типа 3 месяца. Я думаю, там цинк уже мой повысился. Я думаю, теперь, когда идти сдавать на эти витамины? Сейчас или попозже? Потому что кто-то из вас мне написал, что витамины рационально проверять спустя пару недель после того, как ты перестал их принимать. Я как бы еще не закончила курс. Ничего, все препараты продолжаю принимать. Может, летом сдам? Ну, короче, не знаю, я пойду. Ой, господи, кусина. Вот, так что, вот так. Ладно, поздравляю вас, 8 марта, для вас уже 8 марта. Желаю вам цвести и пахнуть. А мы завтра поедем поздравлять бабушку с дедушкой. Ну, точнее, не бабушку с дедушкой, а просто бабушку. Бабушек всех наших поедем поздравлять. Вот, днём обещает быть хорошим. И заедем в сервисный центр. Все, буду прощаться. Только стреляется. Увидимся завтра. Всем пока.